Всем привет, дорогие зрители! С вами канал Недвижимость в Турции Paradise Alanya. Меня зовут Агаси, и в этот раз я вам нашел дизайнерскую 2 плюс 1. Квартира находится в районе Махмутлар, в одной из хороших локаций. До моря максимум 100 метров, как бы вторая линия. Вся бытовая техника фирмы Арчелик. С огромного балкона видно зеленая территория, бассейн, также видно море, нормально видно море. С балкона не буду показывать вид. Кому надо, обращайтесь, приду на месте, открою, покажу с квартиры. Так. Кондиционер Арчелик. Хорошая большая прихожая. Минимум 8 квадратных метров, дорогие зрители. Так, еще раз покажу. Минимум 110 квадратных метров. Вся полезная площадь. Может быть и 120, потому что квартира большая. Еще балкон там огромный. Еще есть дополнительный балкон. Дополнительный балкон где-то 7-8 квадратных метров. А этот где-то 14 квадратных метров большой балкон. Здесь у нас санузел первый. Тут кладовка, 4 квадратных метра, или нет, подождите, да, 4 квадратных метра. Первая спальня, тут балкон, улица Барбаросса. Этаж средний. Так, тоже кондиционер инверторный, ультра, не, ультра гигиен, Ion Fresh, Ion Fresh. Так, теперь пройдемте сюда, показал. Эта спальня как минимум 16 квадратных метров, 16-20 между ними, полезная площадь. Куплена качественная мебель. Заезжай и живи. И здесь второй санузел. Айдат 300 лир. Юго-восточная сторона. Цена, дорогие зрители, 267 тысяч евро. Район Махмутлар. Пока ВНЖ не открыто, может быть, будут перемены. Думаю, что в июне, в июле месяце мы об этом узнаем. Все, с вами был Агаси из Солнечной Алании, район, как сказал Махмутлар. Всем пока-пока.